Мастер. А что такое мастер? Тот, кто от всех отличен своей сивой мастью, походкой и обличием, к тому же он знает точно, что непрочно, и все ему подвластно: огонь, металл и почва, суббота, воскресенье, другим лафа и отдых, копаются с весельем в садах и огородах, а он калечит лапы и травит горло ядом с миниатюрным адом своей паяльной лампы. Когда заря над морем зажжется, словно танкер, он с мастером таким же готов бы выпить шкалик, но мастеров немного, ему подстать придется, и если не найдется, он выпьет с кем придется. Не верь его веселью, ведь мастера лукавы и своему изделью желают вечной славы, а не похвал в застолье под винными парами. Зачем? Ведь он же мастер, и смерть не за горами.